Всем привет! Так жарко, солнечно. Я сейчас опять на крыше дома. Вот решила вам показать немножечко, что у нас вокруг тут. На Кипре крыши вот такие плоские. Это наше офисное здание. И сразу же рядом наш дом находится. Его уже покрыли термоизоляцией крышу, но дом еще внутри требует перестройки и ремонта. А здесь вот вода и нагревательная система. И сейчас покажу вам, как мы с мужем сушим инжир. Вот так выглядит инжирчик. Мой муж каждый день залезает сюда, чтобы снять уже готовый инжир, такой вот сухой. Этот еще не готов, я думаю. Вот такой, возможно, и такой. Ладно, я это делать не буду, он знает лучше. А вот это свежий. Это он только вчера положил. Сейчас я вам покажу, что я с этим инжиром делаю, как я его заготавливаю. Тоже меня свекровь научила. Для того, чтобы он продержался целую зиму. Инжира у меня уже много. Еще на деревьях есть, так что будет у меня много сухофруктов. Сейчас я спущусь и покажу вам, как такой инжирчик выглядит внутри. Вот такой у нас улов, урожай. Это еще не все, есть еще в холодильнике столько же. Это то, что вот вчера он принес. Есть один вот такой огромный, другие поменьше. Ну, видимо, этот совсем был гигантом. Ну, такая красота. Сейчас я вам покажу, как он внутри выглядит. Сейчас давайте помоем вот этот самый большой. Так нравится мне. Сейчас я его разломаю. Смотрите, видите, какая красота. Кстати, перед тем, как кушаешь, нужно их разламывать. Нужно убеждаться, что они не червивые. Также на запах можно определять, если они пахнут чем-то таким между уксусом и алкоголем. Так что тоже, если почувствовали подозрительный запах, лучше этот инжир не кушать. Лучше его выкинуть. Сейчас я попробую, как он на вкус. Вот вы знаете, вот прям как мед. Такой вкусный, ароматный. По вкусу чем-то напоминает отдаленно сушеные бананы. Но внутри вот это желе, оно как варенье прям медовое. Джем такой, знаете, сладкий-сладкий. Очень вкусно, ну и полезно тоже. Только калорий много, а так бы я их кушала в больших количествах. Ну а сейчас я покажу вам, что я буду делать с этим инжиром. Для того, чтобы он хорошо сохранился и можно было его кушать еще зимой. Сейчас буду делать термообработку. Жду, когда у меня закипит водичка. Приготовила вот такое небольшое ситечко. Оно, правда, маленькое, но оно у меня такое для разных нужд. Металлическое. Оно у меня, видите, такого примерно размера. Буду опускать несколько раз по небольшому количеству инжира в кипящую воду. Сейчас минутку еще подожду. Вода полностью закипит. Так, все, уже крышка подпрыгнула. Можно приступать. Так, сейчас я установлю ситечко. И кидаю несколько инжирчиков. Ну, столько, сколько поместится в сито. Теперь быстро окунаю. Быстро окунаю. И когда водичка снова закипит, нужно будет сразу же вытаскивать. Пока что у нас небольшие пузырьки. Вот как только закипает, сразу же вытаскиваю и перебрасываю в пустую мисочку. И вот так я проделываю несколько раз. Это у меня первая партия. Вот я уже вторую партию опустила. Если какой-то инжирчик уплывает, я его ловлю ложечкой. Так, все готово. Инжир прокипятило. Несу раскладывать на окончательную сушку. Смотрите, беру картонку. Накрываю чистым кухонным полотенчиком. Выбрала самое старенькое. И все это разместила на табуретке на кухне. Этой поверхности мне хватит, чтобы просушить мой инжир. Вот такая красота у меня. Смотрите, сколько. Осталось подождать, пока они полностью высохнут. Я имею в виду от лишней влаги. Они не должны быть слишком сухими, как камень. Вот смотрите, какая разница в размере между свежими и сухими. Видите, в несколько раз. Раз в 5, наверное. И калорий тоже в сухом инжире в 5 раз больше, чем в свежем. В свежем где-то 40-45, может быть, в 100 граммах. А в сухом, по-моему, 250, где-то так.
Теперь я их переложу в пластиковую коробочку, и они у меня будут храниться до зимы в холодильнике. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Спасибо за просмотр. Всем пока!